чем бы нам заняться, как обычно обсуждаем. Все возможные идеи в голове перебираем. Чё, позвоним мамам? Появилась тема. Наберите номер, позвонить-то не проблема. Да нет, будет снова как тогда. Кучу бабок запустили, обломились как всегда, да. Ладно, все забыли, есть такое дело. Может быть поехать и подвигать своим телом. Опять? Да это надо же бухать. Я на утро как всегда руками голову держать. Да и ладно, тогда угоним самолет. Чё? И пусть у нас тогда на побережье отвезет. Ну все, не валяйте дурака. А может помоги и просто взять себе пивка. Эй! Можно посидеть и покурить. И, конечно, по бутылочке пивка приговорить. Выпьешь пиво, сразу все понятно. Все становится ништяк и на душе приятно. И никуда, теперь не надо собираться. Знаем мы, что здесь мы можем тоже оторваться. Вот так вот, все становится иначе. Зеленее деревья, да и солнце светит ярче. А глянь-ка, девчонка улыбается. А полчаса назад ты не сказал бы, что красавица. И дальше мы сидим и зависаем. Те, кто нас не понимает, мы вообще не осуждаем. И если пиво уже подходит к концу, надо просто обличиться и открыть еще одну. Эй! Обычно делать нечего. Пить пиво! Стрелки на часах показывают вечер. In the mix, in the mix. Нам с пацанами загружаться уже нечем.